Продолжаем знакомиться с участниками выставки World Food 2022. С нами Игорь Черепанов и компания «Италко». Игорь, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете. Здравствуйте. Наша компания «Италко» – это сокращенный итальянский кофе. Но мы занимаемся не только кофе, но еще и чаем, как чайно-кофейная компания. Наша компания импортирует более 15 итальянских брендов кофе, а также, так сказать, мы жарим кофе в России под собственным брендом. И импортируем также цейлонский чай. Скажите, понятное дело, откуда кофе? Италко, значит, Италия, да? Как последние, скажем, полгода повлияли на ситуацию с поставками? Нарушились ли цепочки? Пришлось ли что-то переигрывать вам? Вы знаете, изначально мы тоже почувствовали трудности, как и большинство компаний-импортера, но сейчас все давно уже налажено, и практически по всем старым схемам мы получаем товар еженедельно. Вот. Единственное, что логистика подорожала в связи с последними событиями. Ну и цены, естественно, у производителя постоянно растут вверх из-за того, что проблема с производством. В том плане, что затраты производства возрастают еженедельно, растет цена на газ и электричество в Европе. Из-за этого затраты на производство возрастают. Но мы сейчас уже, можно сказать, вернулись к ценам прошлого года в рублях. Из-за того, что курс пошел вниз, мы сейчас уже совершенно спокойно со всеми нашими дистрибьюторами от Калининграда до Камчатки, со всеми федеральными сетями, со всеми маркетплейсами работаем по ценам прошлого года. Здесь представлен, я предполагаю, не весь ассортимент, да? Что у вас еще есть? Безусловно, как я уже сказал, у нас 15 брендов итальянского кофе. Каррара просто это пилотный бренд. Остальные бренды Кастадора, Паламбини, Маст и многие другие, так сказать, бренды. Цейлонский чай Стюартс и также цейлонский чай Холодив. Вот. И более того, что вот отражено вот на этой листовке в данном случае, это мы наш бренд также стали жарить в Италии. То есть Италко, вот этот бренд Италко, это то, что пожарено в России, а на листовке представлен бренд, который мы пожарили в Италии. Ну и, соответственно, масса, так сказать, других итальянских брендов вы можете посмотреть на нашем сайте Европа Трейдинг. Европа Трейдинг – это наш таможенный брокер. Там на сайте Европа Трейдинг отображены все наши, так сказать, бренды, которыми мы работаем, вся логистическая информация, все подробное описание товара. Что ж, спасибо, Игорь, по крайней мере, за то, что удерживаете цены, как вы сказали. Я надеюсь, в будущем все у вас будет хорошо. Спасибо большое.